Победа в шахматной партии. Раунд. К сожалению, не смог. Хватит гудеть там. А где? У нас тут съемка, блин. Где, говорите, будет размещено? Лотышки, блин. В Инстаграме? А, да везде. Бог, он один, просто Вишну, это экспансия его, которая создает этот материальный мир. А Кришна, он никакого отношения к материальному миру не имеет, он находится в духовном мире. Может, позвоним кому-нибудь? Вы тут стоите и подглядываете, да? Ну, я вообще как бы, ну, я вас увидел просто и... Хотел это послушать, да, о чем вообще что речь? Что происходит? В мире или где? Или в городе? Что тут у нас происходит? Махунга! Хау. Поговорим? О чем? О чем? Ни о чем? Ни о чем? Ни о чем? Ну, ни о чем. И пойду уже странить книги. Какие? О Кришне. А разве Кришна говорил о чем-то? Конечно. Он говорил также ни о чем, брат. Нет, он говорил, ну что сарва дарман паритет. Тем более. Мама проходи, кастер, проходи к нам сюда, в нашу обитель. Как зовут тебя? Ананта Кешава Дас. Я так и думал. Ажен. Жемапель Ажен. Это типа Жека по-французски. Угу. Я сейчас снимаю видео, которое называется «Вопросы за бабосы». Угу. Я задаю абсолютно простейшие вопросы. Не для того, чтобы... Что-то я забыл, о чем хотел сказать. Вот. Матах смритир гьянам эпоха намча. Господь, вот. Он находится в сердце каждого, и он источником является памяти, знания и забвения. Это я и хотел сказать. А как сокращенно я могу тебя называть? Ананта. Ананта. Ананта, я задам тебе 5 вопросов, угу. А ты... Если на них правильно ответишь, а ты правильно на них ответишь, потому что у меня все отвечают правильно, я заплачу тебе 1000 рублей. Угу. Это же будет здорово, да? И нам будет весело, главное. Не вот да. У тебя, Ананта, ведь всегда хорошее настроение. Ну, я стараюсь. Да, а сейчас будет еще лучше. Я попрошу тебя подержать эту сосисулечку. Сейчас я достану свой телефон. У меня там записаны все вопросы. Итак, Ананта, первый вопрос для тебя. В каком падеже встречаются предлоги «к», запятая «по»? Ой, это сложный вопрос. У меня по-русскому тройка была. Родительным. Я, честно говоря, даже падежи-то не помню. Именительный, да? Родительный помню только и все. Водительный. Не помню такого. Серьезно, Ананта? Ёлки-палки. Mm-hmm. Смотри, что можно сделать. Можно сейчас кого-нибудь позвать и сказать, подскажи, пожалуйста. Ага. Как вон у мужика спросили, Коля. Господин, не подскажете, вы помните на русском падежи? Аккуратно, давайте. Аккуратно, как? Аккуратно. Смотри, что ты творишь. Как и почему? Это к какому падежу относится? Не помните? А что это у тебя на сапырке такое нарисовано? Это тилок, это знак Господа Вишну. Господа Кришны? Вишну или Кришна, да. Бог, он один, просто Вишну – это экспансия его, которая создает этот материальный мир. А Кришна, он никакого отношения к материальному миру не имеет, он находится в духовном мире. Может, позвоним кому-нибудь? Как зовут Евгения, к которому мы будем звонить? Евгений. Угу. Алло, Харе Кришна, Жнёк. Можно на громкую связь? На громкую связь. Включите, пожалуйста. Примите мою поклону. А вы сейчас где? В маршрутке едете? Да. Можете мне ответить на вопрос? Тут, в общем, корреспондент меня остановил. Вот. И вопрос такой. В каком падеже встречаются предлоги «к», «по»? Ты знаешь, нет? Еще раз. В каком падеже встречаются предлоги «к» и «по»? Ну да, типа как и почему, да? К чему и почему? К чему и почему? Падеж. Не знаю. Не могу сообразить, нет. К чему и почему, да? Почему? Доказательный, может, какой-то или что там? Еще раз. Ну, ладно, похоже, это похоже, так, вопросы сложные, короче. В Ананте. Да. Ну, Ан, ты на Санкиртну едешь? Нет, не еду.
А Санкирн сколько распространил книг? Да, немного, наверное. Ананта, ну что, я пойду потихонечку, да? Ну ладно. Спасибо тебе большое. Мужчина, здравствуйте. Давайте постоим минутки три, пообщаемся, познакомимся. А тудыски, мудыски, как говорится. Меня зовут Евгений. Угу. Как Кирилл. Вас зовут? Давайте прямо в перчатках, чего уж тут. Я вам задаю 5 вопросов, отвечайте и получайте 1000 рублей. Кайф? Ну. Встанем, типа, чтобы нас видно было. Вы такой человек симпатичный, харизматичный, как говорится. Ну, да. Итак, вопрос, на который не ответил Ананта. Знаете Ананту? Ага. Ананту, знаете? Нет. Вон тот мужик в оранжевых шароварах. Ага. Итак, вопрос. В каком падеже встречаются предлоги «ка», «по»? «Ка» и «по», да? Да? К сожалению, не смогу ответить. Ну, какие там есть предлоги? Падежи? Да. Родительный, дательный, творительный. Вот. Родить кого чего? Да. Дать? Дать? Кому чему? Ну. Дательный. Дательный. О. Чего это вы все не помните эти падежи? Ой. Лицо дома. Они давили. Лицо дома? Да. Фасад. Как в старину называли глаз? Око. Я хотел бы подарить себе песню, но сегодня это вряд ли возможно. Но ты слов таких не знаю чудесных, все сравнению с тобою ничтожно. Я хотел подарить себе танец, самый главный на твоем дне рождения. Если музыка играть перестанет, я умру, наверное, в то же мгновение. Вертинский, наверное. Продолжаем. А, нет. Ау. Нет. Днем и ночью счастье зову. Ау. Заблудился в темном лесу я. Ау. И ничего другого на ум. Ау. 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 Кто поет хотя бы, скажите, пожалуйста, мне. Вертинский. Человек-паук. Человек-паук? Человек-паук это вы. А кто поет? О, Вертинский. Я больше по битлам. А по лысым, усатым мужикам? Розенбаум, наверное. Розенбаум, наверное. Сказочный мореход, сражавшийся с циклопами. Синдбад. Синдбад-мореход? Берите в руки микрофон. Передавайте кому-то привет. Посадит около 3 миллиарда человек. Ну, на Земле? На этой планете. На этой планете? Да, поэтому кто-то да услышит по-любому. Хочу передать привет своей маме, ага. Своей сестре, угу. Своему брату, угу. Своей тете, своему угу. папу и всем остальным из 3 миллиардов человек на Земле. Розенбауму? И, естественно, Розенбауму. Прошу. Прошу. Так, ваш микрофончик. Все. Пуэрто Марта, Терезас, Кунтас, Родригес. Собро ля месо панко монтакиле. Тем более. Вы, наверное, заметили, что за кадры такие с квадрокоптера, да? Откуда же я их взял? Угу, оттуда. В описании зайдете и все увидите. Ссылка на канал, где ребята на Дальнем Востоке, девчонка и парень, снимают сумасшедшие видосы для вас о путешествиях, о каких-то местах там, где вы, может, никогда в жизни не побываете, а может быть, и побываете когда-нибудь. Здравствуйте! Может, пообщаемся немножко на камеру, поотвечаем на шикарные вопросы? Зачем? А вы с какого канала? Канал Кумыс называется. Впервые слышу. Давайте знакомиться тогда. Как вас зовут? Наталья. Наталья, меня зовут Евгений. Итак, Наталья, это шоу называется «Вопросы за бабу». Отвечаете на 5 простых вопросов, получаете 1000 рублей. Ну, попробую. Такое только я придумал, вот, больше никто такое не делает вообще. А кто делает это плагиатчики. Ну, допустим. И геи, естественно. Как без них?
Давайте поближе подойдем к камере, так, чтобы нам было хорошо видно. Как звали мужика, который ведром поймал говорящую рыбу? Емеля со щукой, верно? Верно. Металлический или пластмассовый колпачок на палец для шитья? Наперсток. Ёшкин-то кот. Сойер. Том. Крузо. Робинзон. Перестукин. О. Помните этого засранца? Перестукина. Мультик. Не смотрела. Он там накосячил, там вместо одной буквы другую букву. У него эти землекопы, там три землекопа, два перестукина. Полтора землекопа. Перестукин. Ну не знаю, ну Иван пускай. Сухорухов кто? Юрий. Серьезно, ой, Юрий? Ой, господи, Юрий Долгорукий. Все, я, короче, уже запуталась. Я не помню, кто Сухоруков может. На В. Виктор. Все. Четвертый вопрос. Вы куда бежите, Наталья? Куда я бегу? На метро бегу. Кудыськи. А? Куда? На метро. Я искала метро. Нашли? Ну, вроде да, я просто не местная. Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется, и никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча – лучшее средство от одиночества. Но и о том, что было, помни, не забывай. И... мечта. Мечта сбывается, чего-то там и не сбывается. Любовь приходит к нам. Порой не то, но все хорошее не забывается, а все хорошее есть мечта. Все сопли вытекли у меня из ноздрей. Нет, все нормально. А то я чувствую такую небольшую влагу. Сегодня прям тепло, под носиком. Сегодня минус 7. Да, кстати, сегодня хорошая я, погода. Я когда приехала, было минус 25. Откуда? Из Волгограда. Вот это мне было холодно. Что приехали? По работе. Да? Да. Кем работаете? Фотографом. Прикольно. Много чего нафоткали тут. Да, я отсняла детей в детсаду, отсняла детей в одной школе. Завтра еду в другой сад, аж в Ленобласть. Тогда в какую Ленобласть? Ой, я же забыла, как называется. Поселок точно. Ну, в общем, это ближайшая Ленобласть. Это поселок городского типа? Да, это поселок городского типа. Металлострой? Нет. Как звали деда Владимира Мономаха по батьке? Красносолнышко. Нет, подождите, Владимир Мономах. Помню только Владимира Красносолнышко. Но это думаю... кто такой? Владимир Красносолнышко? Да. Тот, кто крестил Русь? Кого же я там помню с тех времен? Всеволод, Большое гнездо. Этот мужик мудрый, типа. Мудрый, да. Господи. Прям оп и мудрый. Ярослав Мудрый, нет. Так, кому-то привет. Кому-то привет? Да. Ну хватит гудеть там. А где? У нас тут съемка была. Где, говорите, будет размещено? В Латышке, блин. В Инстаграме? А, да везде. Везде? Везде, да всем привет. Тогда Волгограду вот привет. Спасибо. Бабосика, типа. Победа, все дела. Волгограду привет. Особенно привет Татьяне Ефлой. Да? Это моя подруга. Да, я ей похвастаюсь обязательно. Да, сейчас сфоткаемся, конечно. Вы его знаете? Да, я его знаю. Круто. Да, так. Тогда, значит, вы точно из Питера, да? Нет, я из Читы. А мы сейчас будем участвовать? Нет, участвовать. Давайте. Нет. Тогда надо общее селфи сделать. Давайте. А можно мы вдвоем потом селфи? Хорошо. Не переживай. Спасибо вам большое. Не за что. Спасибо. До свидания. Хочется, знаете, что сказать последнее? Про товарища Алексея и Иру. Они на Дальнем Востоке показывают видосы, где путешествуют.
и могут показать, где можно бюджетно попутешествовать. На Дальнем Востоке. Да, разрушают стереотипы, я умею читать, о Дальнем Востоке, показывают не только Камчатку, но и не только медведей, а и других животных. Тигров. Да, тигров, Японское космодром, море, все дела. Приз, короче, водопады, Японское море. Вау. Качественный контент, серьезно, про путешествия. На Дальний Восток попасть. Заплатили мне деньжат, чтобы я их отрекламировал. Круто, круто. Круто? Да, давайте сделаем селфи. Кошмар, уходим. Машина вообще ездит, где хотят. Я худею просто, блин. А давайте вот сюда повернуться на фоне здания. Давайте, конечно. Я не знаю, кто вы, но я обязательно узнаю. Всем привет, с вами путешественники Turbo Life, и сегодня мы снова во Владивостоке, но на этот раз отправляемся в самые интересные места, на острова. Теперь Turbo Life – это двое на баге. И мы доберемся до самых сложных и интересных локаций, чтобы показать вам их. Бонжур. Здравствуйте. Прикосновение. Меня зовут Жека. Меня Александр. Не холодно тут вот это вот? Да? Не, нормально же. Что-то уже эта рука начинает замерзать. Александр, вы тут стоите и подглядываете, да? Ну, я вообще я вас увидел просто и хотел это послушать, да, о чем вообще что речь. Что происходит? В мире или где? Или в городе? Что тут у нас происходит? А, ну, я так понимаю, Инстаграм, да? Ну, все, вы сказали все. Объяснить, я не знаю, возможно... Сейчас! Алексей? Александр. Что в голове? Непонятно, что у меня в голове. Александр. Я задаю 5 вопросов, отвечаем правильно, получаем 1000 рублей. Это такое шоу, которое крутит по всей этой планете и называется «Но вопросы за бабос». Хорошо, понял, согласен. Угу. Победа в шахматной партии. Раунд. Этот конечный этап, который ты делаешь. Мах. Мах? Мах, мах, мах. Мах. Мох. Мах. Мат. 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 Хорошо. Как звали собаку Мальвины? Ой. Артемон. Вот так вот. Ну, типа красава. Третий вопрос. Датский писатель-сказочник. Шарль Перо? Датский. Другой написан. Не знаю, Перо откуда, из какого села, но другой датский. Пассажир. Андерсон. Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и я тебя приведу в этот собственный дом. Заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень под окном. Под окном. Соло. Спеть. А белый лебедь на пруду что-то качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Да. А пока не Кока-Кола. А пока не Кола, ни двора и ни сада, чтобы мог я за ручку тебя привести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наших 5 номеров из 6. Пятый вопрос. Название города, в котором находится падающая башня. Пизанская башня, Пиза. Да, в принципе, это привет передаю всем, кто меня знает. Всем. Вот. Всем добра. Прошу вас, это ваши каньоны. От души. Душе. Ой, извините. Все нормально. Так тоже звучит. Душевно в душу. Да. Правда, да. Пока. Не так замерзли сегодня ручишки. Не так. Да, это, конечно, радует, что не такой дубак. И по традиции хочу посоветовать вам, если вы не подписаны, подписаться на Родриго Эухенио Кантос. Это очень хороший архиватор биологических наук. Ну, лайки, комментарии, это естественно, конечно же. Все под этими видосами. И что-то еще хотел вмазать. Что же хотел вмазать? Ёкарно.
Маковка-то. Макунга. А, Макунга.